Хвала Аллаху, мир и благословение нашему Господину, украшению наших глаз и короне на наших головах Мухаммаду ибн Абдулле, его семье и всем его последователям. Избранный и любимый, да благословит его Аллах и приветствует, был в Рамадане более щедрым, чем вольный ветер. Благо, это одно из названий денег. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был в Рамадан щедрым на раздачу денег, и посмотри на это сравнение. Был щедрым на благо, чем вольный ветер. Почему? Потому что ветер достигает всех. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, давал бедняку и состоятельному, из числа родственников и сподвижников. Также вольный ветер дует быстро. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, давал не колеблясь. Мы иногда отчитываем свою душу относительно подачи милостыни в Рамадан. Достигли ли мы в этом той же степени, что и пророк, да благословит его Аллах и приветствует? Не колеблемся ли мы в милостыни? Не приходит ли к нам шайтан, говоря, «Из чего? Этот бедняк, а этот нет». Дать или не дать? Отдавай, даже если это простая вещь, потому что это поможет тебе перед Аллахом, благословен он и возвышен. Разве ты не помнишь слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Человек будет под тенью своей милостыни в судный день. Разве ты не хочешь быть под тенью в сильный зной? Не зной лета, а зной солнца, которое будет находиться над головами на расстоянии мили. Поэтому нам нужно быть подобно пророку, да благословит его Аллах и приветствует, в раздаче милостыни, щедрости, разговении постящихся, дарении подарков, таким образом выражая симпатию к любимым людям, а также к тем, кого ты знаешь и не знаешь. Отдавай и помни, что это будет заменой для тебя. И сделай из Рамадана период, в который ты будешь тренироваться в щедрости и великодушии, пока это не станет твоим качеством, с которым ты встретишь Аллаха, благословен он и возвышен. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передавая слова Господа. Когда Аллах создал рай, он сказал, «Я клянусь своим могуществом и величием, скупой не войдет в тебя. Я прошу Аллаха сделать нас из числа великодушных и щедрых и отдалить нас от скупости». До новой встречи, в которой мы увидимся с вами. Мир и благословение пророку Мухаммаду. Если тебе нравится передача нашего канала, и ты хочешь нам помочь, или ты просто хочешь принять участие в даавате, то поддержи нас, пройдя по этой ссылке. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его.